Жители окраины Дебальцево самостоятельно осветили свои улицы. Теперь они сами решают, где и сколько будут гореть лампочки, ведь люди подключили их к своим счетчикам. Накладна ли такая инициатива, интересовался Александр Наумов. Освещение на улицах этого поселка исчезло 20 лет назад. Лампочки перегорели, а провода растащили на металлолом. Тамара Костенко рассказывает, как спешила домой по темным переулкам и пугалась каждого шороха. Люди неоднократно обращались к местным властям с просьбой восстановить уличное освещение, однако реакции так и не дождались. Мы неоднократно обращались к мэру с той просьбой, чтобы нам провели по улице свет. Или хотя бы несколько фонарей поставили для того, чтобы можно было вечером ходить. Но, как оказалось, мэр никаких действий не предпринял. На просьбу о помощи откликнулись местные депутаты. Они предложили осветить улицы экономными светодиодными лампами. Работа каждой не более 4 гривен в месяц. Люди взяли расходы на себя, подключив лампочки к своим счетчикам. Поговорили с бизнесом. Бизнес как бы поучаствовал в закупке этого всего оборудования. Руководители предприятий поучаствовали в установке всего этого. Все технические работы по собственной инициативе выполнил частный предприниматель. Говорит, теперь одним темным углом Дебальцево стало меньше. Качеством новых осветительных приборов доволен. В принципе, это самое новое с того, что придумали по наружному освещению. Светодиодная техника как бы не обслуживаемая. Гарантия на них 50 лет. Валентина Миланина – одна из тех, кто подключил лампочку к своему счетчику. Теперь женщина сама контролирует ее работу. Показать вам? А? Вот тут. От счетчика он подключили. Сюда сделали там выключатель. Я включаю часиков в 6 вечером. И утром стараюсь пораньше. Часиков в 6, у 6:30. Ну, как пока еще темно. Пока на окраине Дебальцево установлено около 50 светильников. Еще столько же появится на улицах в ближайшее время. Александр Наумов, Тимур Соколов, телеканал «Донбасс».